Так, народ, хочу извиниться, что сегодня, походу, опять без стрима. Я до сих пор откисаю, отхожу от концерта. Ну, все еще выздороветь пытаюсь. И при этом, вместо того, чтобы утром, блядь, не знаю, отдохнуть или, ну, постримить тоже. Ну, короче, я пошел на репу репетировать. Я нашел, короче, в итоге в своем секретном городе место. Кто помнит, это чел, он был, он внезапно появился на мероприятии, где были незнакомые люди. Ну, короче, это микроспойлер такой прям совсем небольшой. Вот мы кое-что пытались сделать. Пытались играть там песни МВПД чуть-чуть. Вот. Короче, посмотрим, может быть, даже что-нибудь будет выложено. Ну и что еще интересного, это сейчас, если оно загрузится, чтобы сейчас это все было показано, то онлайн-концерт я записал подорожечно, то есть отдельно дорожку вокала и дорожку гитары, причем сырой сигнал, голый. То есть там, конечно, само исполнение, типа, щитын, так сказать, был, то есть из-за того, что, ну, у меня такой севший голос, местами там неисправимо хуёвый вокал. Но, не знаю, может быть, я что-то буду еще с этим делать, надо подумать. Но суть в том, что, ну, блядь, оно есть. И, может быть, ну, короче, не знаю, может быть, просто это как опыт использую, что в следующий раз тоже уже буду, когда здоровый, и, ну, что-то получится, то тоже запишу как-нибудь так, не знаю, концерт, и вот, может быть, буду потом. То есть, ну, если даже на концерте звук, допустим, чуть хуеват, то его можно переделать вообще отдельно будет потом уже на видосах, которые будут оттуда вырезаться. Вот, короче, да, есть отдельная дорожка, правда, гитара здесь пикует. Ну, то есть, блять, вот видно, она какая. Ну, блять, почему-то вот так, хотя я не знаю, какого хрена. Вокал, все ок. Ну, короче, сижу пока, ковыряюсь в этом во всем. Все, не знаю. Сегодня, наверное, без стрима. Думаю, может быть, что вырезать, что сделать. Не знаю, надо вам эти дорожки или нет. Сегодня, в общем, да, сорян, я обещал кому-то, что в субботу утром будет стрим. В итоге, блядь, вместо стрима. Ну, короче, вот чем я занят был. Репал, плюс сейчас смотрю. Сука, выздоравливаю, плюс откисаю. Все. Че, не знаю, че, это... Кому понравился концерт, донатьте еще. Донаты никогда не будут лишние. Я на той репе умудрился сломать кабель. Здесь я не свою гитару взял, в итоге умудрился испортить джек чуваку, и пришлось за джек еще закидывать. Так что вот. Доходы безумные с онлайн-концерта. Они вообще просто огромное спасибо всем, кто присутствовал, и особенно кто донатил. Но уже сейчас, походу, быстренько оно все пойдет по пизде. Я надеюсь, хоть немного получится отложить на перевоз сюда из-за рума. И все-таки в скором времени это все сделать. Все, всем спасибо. Ну, в общем, ждите вестей.